Военный факультет Купавского университета может стать лучшим среди вузов страны. За это почетное звание борются 7 участников. Профессиональную оценку по итогам ежегодного смотра конкурса даст независимая комиссия. Определяют претендентов на лидерство по нескольким критериям. Учебная, идеологическая и научная работа, материально-техническое обеспечение, служба войск и физическая подготовка. Итоги объявят в конце ноября. Конкуренция серьезная. Из года в год участники смотра конкурса показывают себя достойно. Сказать, что где-то факультеты чем-то разнятся, нет. В принципе, все факультеты на одном уровне. Ну, здесь должны факультеты показать свою системную работу. Но что касается военного факультета Гродненского, ну, насколько я приезжаю, всегда люди работают системно, стараются, выполняют все, что предписывается. Ну, шансы есть. Военный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы стал завершающим объектом в работе комиссии. В этом году уже в 12-й раз здесь прошел выпуск по двум специальностям – тыловое обеспечение войск и физическая подготовка военнослужащих. А с момента создания на факультете подготовили 416 кадровых офицеров. На данный момент обучается 102 курсанта по двум специальностям. Ну и в следующем году мы начинаем подготовку курсантов еще по одному направлению специальности тыловое обеспечение войск. Это горюче-смазочными материалами. Скажу откровенно, готовились мы с усилием. Личный состав и профессорско-преподавательский состав военного факультета заряжен, скажем так, показать самые лучшие результаты. Ну и надеемся на то, что займем достойное место в этом смотре конкурсе.